Приветствую всех подписчиков канала и просто зрителей. Сегодня у нас на обзоре очередная игрушка от фирмы ЦИМА. Это модель винтовки P1158D. Упакована вот в такую цветную коробку. Написано, что это ЦИМА. С этой стороны у нас характеристики. Что общая длина 825 мм, вес 945 грамм, скорость шарика 90 до 95 метров в секунду. И расстояние, на которое может стрелять, это 40-50 метров. Емкость магазина 130 шариков. Магазин здесь, посмотрим какой, значит, что мы имеем на упаковке. Здесь нарисована инструкция, как его собирать. Этот автомат. Ну, давайте непосредственно его посмотрим. Значит, вот что входит в комплект. Как бы максимальная комплектация. Сам автомат. Это стилизованный М4 серия. С таким вот типа макпуловским цевьем. С рис-планкой. Тут глушитель. На инструкции написано, что он откручивается, но я не думаю, что он откручивается. Он здесь наглухо. Так, пенопласт. Магазин. Он механический. Как сюда 130 шариков поместится, я не знаю. Вряд ли они сюда поместятся. Это разве что в бункер вот сюда насыпать можно. Приклад, он утяжеленный и он раздвижной. Имитация прицела. Лазерный целеуказатель. Батарейки надо поменять, естественно, потому что их никто новыми не продает. И непосредственно ручка с фонариком. Фонарик несъемный. На ручке еще есть рис-планка для установки сюда лазерного целеуказателя. Такой фонарик. Вот. И непосредственно крепеж. Это для закрепления прицела на верхней планке. Так, собирается он довольно просто. До щелчка. Ручка и магазин. Вот такая штурмовая винтовка под М4 с выдвижным прикладом. Можно сейчас замерить ее длину. Значит, мы имеем лучше. Ну, как было написано, 825 это с разложенным прикладом, а собранным получается 75 сантиметров. Выполнена винтовка полностью из пластика, но есть где-то там утяжелители металлические. Взвод, она однозарядная, спринговая, естественно, переключатель, предохранитель. И тут есть семи и авто, но естественно авто она не стреляет, только семи. Вводится как обычная М или АР система, но стреляет. Вот такая вот винтовка
от фирмы ЦИМА P1158D. Сброс магазина классический, нажатием на кнопку. Планка также снимается без фиксаторов, ручка в смысле. Для того, чтобы отстегнуть приклад, нужно немножко его отодвинуть. И здесь есть вот такая вот кнопка. Ее надо на себя потянуть, и приклад снимается вверх. Достаточно качественно сделано. Здесь не разбирается ничего. Но откручивать я не буду его, потому что можно поломать. Вот такая игрушка от фирмы ЦИМА. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!